Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня я хочу вам показать красивое море, красивые пейзажи и скалолазов. Нет, это только начало, так, для затравочки. Это вершина горы Ильяская, которая нависает над бухтой Ласпи. Это так, для масштабности, чтобы вы понимали. Вон человек идет, видите? Вот это вершина Ильяская. Еще ее называют краб. Не знаю, почему краб. Ну, может быть, это местное название. А вот так сдалека. Гора Ильяская. А это трасса между Севастополем и Ялтой. А с другой стороны находится гора Кушкая. И птички поют. Короче, гуляем и гуляем, и вдруг видим скалолазов. Сейчас покажу вам, их не видно, а вот мы их видим. Вот они. И вот скалолазы. Я уверен, что не часто вам приходится видеть такое вживую. Но поверьте, участвовать в таких восхождениях, ну или хотя бы понаблюдать за этим делом, довольно-таки зрелищное удовольствие. Это видео из моего домашнего видеоархива. Этой записи больше 10 лет. И снимал я еще на пленочную камеру. Но я считаю, что это видео до сих пор актуально, потому что ничего здесь не меняется. Также лазают эти самые скалолазы, то же самое теплое красивое море и бесстрашные люди. Здесь ежегодно проводятся всякие соревнования. Севастопольский клуб сюда выезжает, приглашает всех желающих, приезжают много желающих с разных городов. Так что я считаю, не море в едином, как говорится, Крым. Тут все есть, и лес, и горы, и скалы, и пещеры. Мы еще доберемся как-нибудь до пещер. Это тоже очень красиво. Тут даже комментировать не знаю, что. Просто смотрите и вот представьте себя на месте вот этого парня в белой каске. В общем, красиво, правда? А теперь море. То были скалолазы, а теперь в море в бухте Ласпи. Я уже не раз про него рассказывал, прям восхвалял. Ну, правда, здесь очень прозрачная вода, потому что вокруг нет никаких там заводов, пароходов и прочей ерунды. Сюда летом очень много приезжает людей, и пробки такие, что лучше на машине сюда не спускаться. Можете не выехать. И жара. Вот недаром это место, это урочище Бателиман. Это место еще называют Крымской Африкой. Здесь нередко летом температура воздуха поднимается до 40 и выше градусов. Да, такой зум хороший на камере был. Дельфинчики. Тут вода чистая, а дельфины плавают там, где вода чистая.
пляж турбазы Таврида. Вот сюда обычно и приезжают все желающие, все отдыхающие. А это мы идем на дикие пляжи. Ну, там чуть-чуть пройдешь, и уже люди с палатками стоят летом. Костры здесь категорически нельзя разжигать, поэтому все соблюдают правила. Таскают с собой горелки. Ну и полюбуйтесь на море. Правда красивое? Прозрачное, чистейшее. Вот такая небольшая зарисовочка про красивое море, красивую природу и бесстрашных скалолазов. У меня на этом все. Большое спасибо за внимание. До свидания.